Друзья, всех приветствую, на связи Алтай, и в данном видео я хотел бы с вами поделиться тем, как вы можете с биржи Binance, со своего кабинета Binance, выводить свои криптоактивы, биткоины, эфириумы, лайткоины, USDT доллары на другой кабинет биржи Binance абсолютно без комиссии. То есть данная связка может быть полезна тогда, когда вы и ваш партнер или ваш друг, знакомый также имеет кабинет на бирже Binance, и вы можете мгновенно, безопасно и без комиссии переводить свои активы друг к другу. Давайте покажу это на примере двух кабинетов биржи Binance. Сейчас с данного кабинета Binance хочу показать пример вывода USDT на другой аккаунт Binance. Захожу в раздел «Кошелек», выбираю «Fiat и Spot». На балансе данного кабинета 65 USDT. И для того, чтобы вывести данные USDT без комиссии на другой кабинет, мне нужно снова вернуться в раздел «Кошелек», выбрать кошелек для пополнения. Раньше он назывался P2P кошелек. Нажимаем на него. Далее мне нужно со спотового кошелька перевести USDT на P2P кошелек. То есть вы видите, что на USDT у меня баланс нулевой. Для этого я нажимаю на кнопку «Перевод». Здесь через данную стрелочку вы можете выбирать направление перевода. То есть нажимая, вы можете из пополнения в фиат и из фиата в пополнение, нажав вот на эту стрелочку. То есть сейчас я из кошелька фиат и спот выведу 65 USDT на кошелек P2P. Для этого я могу нажать на кнопку «Все», то есть вся сумма может быть переведена. Давайте, как пример, я здесь выберу сумму 15 долларов. Нажимаю «Подтвердить». Перевод прошел успешно, обновляется страничка, и вы видите, что у меня сейчас на балансе USDT 15 долларов. И сейчас я эти 15 долларов переведу на другой кабинет Binance абсолютно без комиссии. Для этого перехожу в другой кабинет Binance, открываю также здесь раздел «Кошелек» и перехожу в раздел «Кошелек для пополнения». Друзья, все операции по переводу ваших криптоактивов между кабинетами без комиссии нужно делать через P2P кошелек или через кошелек пополнения, через вот данный кошелек. И как вы видите, на балансе данного кабинета у меня 0,6 тысячных USDT, возвращаясь обратно в свой кабинет. И для того, чтобы перевести 15 USDT, в этой строке я выбираю три точки и наводим на три точки и нажимаем на кнопку «Отправить». Открывается следующая страничка, и вы можете отправить, используя электронную почту, телефон, Pi ID и Binance ID. Но проще всего, быстрее всего, конечно же, через электронную почту. В данной строчке указываю адрес электронной почты аккаунта, который будет получать перевод. Правильно указываем адрес электронной почты получателя и нажимаем кнопку «Продолжить». Вылетает серая плашка, нажимаете на нее, она исчезает. И в данном разделе нужно выбрать валюту перевода. То есть вы можете выбрать BNB, Bitcoin, USDT, Ethereum. Но в моем случае это USDT. Выбираю USDT. Далее ставлю сумму 15 долларов. И вы в разделе примечания можете написать какой-то комментарий. Например, я напишу подарок. И нажимаю продолжить. Нам дается 120 секунд на подтверждение. Нажимаю на кнопку «Подтвердить». Обязательно указываем пин-код оплаты. «Подтвердить». Далее переходим во второй кабинет и обновляем страничку. И как вы видите, после обновления на балансе нашего второго кабинета 15 долларов USDT. Вот таким вот образом мгновенно, быстро, буквально за несколько секунд вы можете отправлять переводы различных криптовалют, это USDT, это биткоин, эфириум, на другой кабинет биржи Binance. Друзья, обязательно пользуйтесь этим лайфхаком. Очень просто, безопасно и удобно. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!